Москва, 19 августа. До начала фестиваля традиции остается несколько дней. На пресс-конференции организаторы рассказали журналистам, какие активности приготовлены для гостей. Символично, что областной проект «Лето в Подмосковье» открывался и завершается именно в Одинцовском городском округе. Мы начинали лето с Пушкинского дня, с 6 июня. Мы его завершаем, наше замечательное фестивальное «Лето в Подмосковье», фестивалем традиции, тоже посвященным Пушкину, в Захарово. В этом есть какой-то очень глубокий смысл. Театральный режиссер Эдуард Байков, создатель и идейный вдохновитель фестиваля «Традиция», в этом году построил работу площадок таким образом, чтобы каждый участник успел побывать не только на одном представлении или лекции, но сумел охватить большой пласт событий и максимально погрузиться в истоки русской культуры. Очень важно для русской культуры сочетание природы, сочетание гения места, сочетание волшебного пруда, леса, вот этой травы. Я, кстати, должен сказать, что это и спасибо здесь области за то, что она развивает музеи очень сознательно. Семейный фестиваль «Традиция» пройдет 24 августа. На 10 площадках проведут более 60 событий. Фольклор и классика, авторские лекции и дискуссии, игры и мастер-классы. Для жителей Одинцовского городского округа будет действовать льготы на вход. Он будет бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской на территории муниципалитета. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».